Привет всем большим и маленьким любителям посылок из Китая. Сегодня ко мне приехала вот такая посылка. Заказывал я ее для меня впервые на сайте Jum. Насколько я слышал, это площадка, которая аффилирована каким-то образом с магазином Gearbest. Возможно, я ошибаюсь. Кто точно знает, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Заказывал я один из самых хитовых, я думаю, продуктов 2019 года. Это Mi Band 4. Так, и я вижу, что это пришел ко мне не Mi Band. Это не Mi Band, поскольку у него совершенно другая коробка у Mi Band, у родного. Это сразу по коробке я вижу, это фейк какой-то М4. Ну, видите. Да, очень-очень печально. До этого я заказывал на таких малоизвестных площадках, как Pandao. И, в общем-то, один раз мне пришла подделка, другой раз... Все другие разы мне приходили, в общем-то, оригинальные товары. Но это чистый фейк. Даже, ну, неприятно брать в руки. Поэтому, скорее всего, пока придется пользоваться своими Mi Band'ами вторыми. Mi Band 2 у меня на руке. Кстати, ремешок очень похож на мой по цвету, да? Видите? У этого фейкового. Это не родной ремешок. Я заказывал его дополнительно, поскольку черный пришел в негодность оригинальный. Но это, конечно, очень печально. Зарядка здесь вот таким вот образом сделана. Вы знаете, что у Mi Band 4 у него зарядка выполнена не как у второго, а как цельная такая платформа, куда вставляется сверху. То есть не сбоку, вот так, а сверху вставляется. Здесь, как у второго, сохранилась зарядка по своему форм-фактору. Ремешок. Ну да, внешне они, конечно, напоминают Mi Band 4, но это... полный фейк и, в общем-то, крайне неприятно. В общем, он не включается. То есть нужно поставить его еще и на зарядку. Посылают с полностью разреженным аккумулятором его обманщики. Да, вот пошла зарядка. Экран цветной, но это, конечно, все очень и очень печально. Во всяком случае, я вижу здесь, ну, как минимум два цвета, да? Зеленый и белый. Что ж, очень печально. Заплатил я за этот якобы Mi Band 944 рубля с копейками. Там была какая-то скидка дня или что-то в этом роде. Да, по-моему, скидка дня это называется на площадке Jum. И с первого раза пришла вот такая вот ерунда. Вряд ли я снова буду что-то заказывать на этом Jum'е. Попробую протестировать, как работает поддержка. На этом сайте, в этом приложении я заказывал с мобильного телефона. Просто скачал приложение Jum. Какая-то реклама меня настигла где-то. И, в общем-то, я стал жертвой вот такой вот подделки. Никудышный браслет мне выслали. Наверное, кто заказывал уже ранее, уже сталкивались с подобной подделкой М4. Видите, здесь написано, что высокое разрешение. Какое оно там высокое, интересно. Это просто смешно. Цветной дисплей. Message View, то есть, видимо, текст сообщений будет виден на экране. И на 45 дней батарейка. Ну, как вы знаете, даже оригинальный Mi Band 4 не работает 45 дней, ну, никак. Вот здесь инструкция на китайском языке. Да, ну, это, конечно, такой шлак. Крайне неприятно, когда получаешь подделку, такое, знаете, ощущение... брезгливости на душе. Вот здесь есть на русском языке инструкция. Но все это очень-очень не радует и не скрашивает впечатление. В целом очень неприятно от этого браслета. Хочется попасть в меню. Посмотреть, как это выглядит. А, ну вот что-то.
То есть то ли начинается зарядка и сразу заканчивается, то ли в чем, с чем-то еще связано. Так, попробую вот к этому пауэрбанку подключить. А вот, вот снова он при включении показывает меню и тут же тухнет. Здесь, по-моему, нужно два раза, что ли, нажать, чтобы маленький ток был подан. В общем, мораль такова, что заказывать лучше на Алиэкспрессе. Там есть поддержка, она действительно работает, выручала меня много-много-много раз. С подделками Алиэкспресс борется, поэтому если вы приложите фотографии, в общем-то, коробки вот такой, самого браслета, то, в общем-то, вам в любом случае вернут деньги. Это точно, абсолютно. Если вы приобретаете на Алиэкспрессе. Ссылку на оригинал я приведу внизу в описании к этому видео. Ну, в общем-то, могу написать название продавца на Джуме, у которого я приобрел данный фейк. На всякий случай, чтобы вы просто знали, и если вы все же решаетесь, и у вас хороший опыт шопинга на Джум, то чтобы вы обходили данного продавца стороной. Вот такая распаковка. Всем спасибо за просмотр. Будьте аккуратнее. Всем пока.